Ну что ж, друзья, я вас приветствую. Вы находитесь на канале Рыбоискатель. Вот такой вот этот цветок был в прошлом фильме, как вы видели. Сейчас будем готовить из этих грибочков блюда разные. У меня есть разные затеи интересные. Так что оставайтесь на канале, посмотрим рецепт, как я буду мариновать грибочки, подосиночки белые, солить грузди. И еще кое-что с вами сделаем. Это будет сюрприз, потом увидите. Ну все, оставайтесь на канале. Вперед! Готовим грибочки. Вот эти вот красавчики. Подосиновички. Беленькие. Мухомор серо-розовый будем жарить. Поддубнички. Сыроежка. Подберезовики. Лисички. Грузди осиновые. Сегодня был просто великолепный поход за грибами. И отличный улов. Ну все, начинаем готовить. Ну вот, друзья, я и почистил грибочки. Вот так вот получилось, да? Вы видели, что было на столе, как теперь стало, да? Тут осиновые груздики. Я их замочил, они немножко полежали в воде, а потом всю листву и грязь с них отмыл. Это мухоморчик серо-розовый, почищенный. Здесь, смотрите, беленькие грибы, они немножко червивые. Вот, где немножко дырочек есть... Я такие грибочки оставляю, замачиваю так вот их в воде. А потом они, червячки последние вылазят, остальное выкладываю в кастрюльку и готовлю. Все-таки летний гриб белый очень любит черви. И я тоже люблю. Значит, смотрите, здесь маленькие подосиночки, это у меня будет эксклюзивная баночка. Это шляпки подосиновиков. Сделаю маринованные чисто шляпки. И это сюрприз. Это будет попозже, вы увидите. Здесь ассорти лисички, там сыроежечки, подберезовички. Это поддубнички замоченные. Смотрите, кстати, вода, видите, синяя. Синеет. И беленькие чистоганчики пойдут у нас в маринад. Баночка чистоганов. Ну вот, все, друзья, сейчас будем готовить. Смотрите дальше. Хотел вам показать, друзья, вот поддубнички замоченные. И вот смотрите, какая там вода после сливается. Синенькая, видите? Вот так вот я их вымачиваю. Потом отвариваю один раз. 15 минут. И жарю уже, мариную. Поддубник крапчатый. А это варится серо-розовый мухомор. Видите, у него пена белая. Варим его минут 15-20. Сливаем отвар, грибы промываем, и все, можно кушать. Ну что ж, друзья, а теперь начинаем жарить наши грибные ассорти. Добавляем маслица в сковородочку. Так его, раз, чтобы оно по всей сковородочке прокатилось. Вот, отлично. Ну и высыпаем наши грибочки. Ассорти такое. Беленькие. А вот и лисички. Подберезвички. Сыроежка. Мухоморчики. Чего тут только нету. Супер ассорти, друзья. Вкусно получается. Тут даже шампиньон есть. Вот видите. Один шампиньон, сыроежки, лисички. Подберезовики, поддубники, белые. Красота. Сейчас пожарим и посмотрим, что будет по вкусу. Ну а пока жарится наше ассорти, мы сразу же начинаем мариновать шляпки подосиновиков. Я так еще не делал ни разу, поэтому даже самому интересно. Но шляпки точно вкуснее, это я точно знаю. Значит, и маринад будет вкуснее. Посмотрим, что получится. Вот так вот я их залил водичкой. И сейчас варим. Ну вот, друзья, грибочки уже осели немножко. Дали воду, сок. Добавляем соль. Я добавляю только соль. Причем вот розовую такую. Мне она нравится. Все, солим. И больше ничего не надо для жареных грибочков. А вот маринуются наши шляпочки подосиновиков. И сюда мы тоже добавляем соль. Вот так, раз. И потом я пробую по вкусу.
Если вкусный бульон становится, значит хорошо. Потом я добавлю больше соли еще, чтобы было пересоленное. И в итоге, когда баночку я буду открывать зимой, соли будет как раз. Она почему-то уходит куда-то, я не знаю точно. Может, уксус ее съедает. И получается прям в самый раз. Вот так вот. Продолжаем. Вот, друзья. Вот такие вот специи. Из расчета, что вот я рассчитываю, что получится одна баночка, где-то грамм 700 грибов. Душистый перец, гвоздичка по 4 штучки и 3 листика лаврового листа. Кидаем туда, перемешиваем и даем вариться еще где-то минут 15. Потом пробуем по вкусу и посмотрим, сколько будет соли. Если как раз, то добавим еще и будем закатывать уже в стерилизованные банки. Ну вот, наши грибочки сварились. И теперь мы в стерилизованную баночку сюда накладываем грибочки. Оп. И туда. Чисто шляпки. Ух, какая красота. Ух, парение идет. Накладываем. И потом будем закрывать. Вот так вот. Вот самый важный момент. В самом конце, когда я баночку уже закрыл, я полностью ее набиваю грибами, я вставляю место ровно под столовую ложку уксуса. Мы его заливаем. И после этого закрываем крышечкой. Раз. И все. Вот так вот закрыли и перевернули баночку. Вот так. Какая красота получилась. Чисто шляпки подосинников. Отлично. Вот это эксклюзив. А это вас ждет еще сюрприз. И вот я, кстати, замариновал еще баночку ножки подосинников. И беленький чистоган. Сейчас будем мариновать тоже. Все, продолжаем. Вот такой эксклюзивчик. Ух. Вот это будет зимой с картошечкой, с пюре. Ух. Красота. Ну что ж, а теперь черед наших подосиночков. Чисто вот маленькие, целиком шляпки. Красота. Заливаем водичкой. И ставим на огонь. Так, воду выключаем. Включаем газ. Газ зажгли. И все. Теперь ждем. Пока у нас закипают подосиночки, тем временем жаркое из ассорти грибного уже подходит. Сейчас будем пробовать красоту. Все поджарилось до румяной корочки. Ух! Отлично! Какой аромат идет. Ух, друзья, грибы. Грибы — это класс. Это классная вещь. Вы и сами знаете прекрасно. Грибочки, объедение. Продолжаем. Ну вот, друзья, вот и пожарилось наше грибное ассорти. Красотища. Сейчас будем пробовать. Ах, такая красота. Сколько здесь грибов и печенья, ведь разные по вкусу. Так, сейчас попробуем. Ну вот и пожарилось наше ассорти. Сейчас будем пробовать. Так, вот, кстати, чего взять? О, мухоморчик. Чувствую, он будет сейчас вкуснейший. О, какой запах. Мухомор серо-розовый. Вкуснейший. Вкуснейший просто гриб. Неповторимый вкус. И аромат. Обалденные мухоморчики. Так. А это поддубничек. Тоже вкусно. Свой вкус. Классно. Так. Беленький. Белый король.
Ну, мухомор с ним на уровне. Красота. Теперь лисичка. Ну, мне лисички вкусные. Красота. Наверное, я просто очень голодный. Так, друзья, продолжаем. Вас еще ждет сюрприз. Вот этот. Сейчас попозже покажу, что я с этим сделаю. А пока вот такой результат. Шляпочки подосинников, ножки подосинников. Это я буду мариновать беленькие. Вот эти. Продолжаем. Ну что ж, друзья, вот замариновали, кстати, эксклюзивную баночку подосиновиков. Чисто вот маленькие, видите, целая баночка получилась. О, какая красота. Вот уже три баночки, да? А теперь сюрприз. Делаем кляр. Добавляем в яйцо солюшки. Взбиваем его. Вы уже догадочны, да, что я буду делать? Буду свежий белый запекать в яичном кляре. А потом мы посмотрим, что из этого выйдет. Я еще и сам даже ни разу не пробовал. А вот наши беленькие готовы. Чистоганчики. Чисто шляпки так в длину порезал. И сейчас мы его в кляре запечем. Все, отлично. Ну что ж, друзья, начнем, пожалуй. Берем грибок, кляр его и жарим. Следующий. Пускай обмакнули на сковородочку. Следующий. Обмакнули на сковородочку. Ха-ха. Ух ты, какой длинный попался. Как его обмакнуть-то даже? Обмакнули на сковородочку. Обмакнули на сковородочку. Даже самому интересно, ни разу не пробовал. Сейчас попробуем. Так. Сюда раскладываем. Так. Ну вот. Да, или еще подложить можно. Ну все. Теперь будем жарить и переворачивать. Посмотрим, что получится. Вот так вот грибочки уже жарятся в кляре. Там даже интересно попробовать. Интересно, что получилось. Сейчас будем пробовать, друзья. Ну что, Ярось, ты будешь первооткрывателем блюда. Давай пробуй. Жареные в кляре белые грибы. Нормальные. Вкусные? Сейчас и я попробую, друзья. Даже интересно. Ну-ка. Вкусный. Но белый гриб, мне кажется, немножко не дожарился. Угу. Но его есть можно и сырым. Поэтому нормально. Отлично. Вкусно. Такая красота. Ну вот, друзья, вот такой у нас итог и получился. Грибной. Сегодня день кулинарии. Жареные ассорти. Белый гриб в кляре яичном. Ножки подосиновых. Чисто маленькие подосиночки маринованные. Такая красота. Ну-ка. Я даже не фокусируюсь, смотрите. Так, это чисто шляпки подосиновиков. И беленькие грибочки. Красота. Что ж, вот такие итоги. Если вам понравилось то, что я тут творил на кухне, поставьте лайк. Я буду вам очень признателен. Это помогает в развитии моего канала. Вот. Если не понравилось, то ставьте дизлайк, что ж поделаешь. Пишите комментарии, постараюсь вам ответить на ваши вопросы. Ну что ж, вот такие вот у нас пироги.
Друзья. Ну все, с вами был Грибоискатель, друзья. До новых встреч. Увидимся в лесу.